Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом по заработку криптомонеты Tron. Называется TRX Cap. Регистрация по мобильному телефону. Прописываем пароль безопасности. Здесь будет код приглашения. Разгадываем капчу, нажимаем «Зарегистрироваться». Я же войду. Код по мобильному телефону и паролю. И попадаем в кабинет. Такая вот памятка у нас выпадает, ребятки. Можно присоединиться к телеграмму. И если мы опустимся ниже, здесь нам пишут минимальный депозит от 5TRX до вот такой вот суммы под 3% в день. И так далее. Здесь вот депозиты. Можно это все просмотреть. Я закрываю. Никогда на это внимание не обращаю. Так, далее что? Ну, здесь вот у меня русский стоит, так как я вот перевела его на русский язык. Вот здесь. Это китайский упрощенный. Значит, нам дают бонус здесь. Бонус нам дают здесь, сейчас скажу, 5888 трон. Такую вот сумму. Естественно, эти деньги нам не дадут вывести здесь процент. Это мой, ребятки, у меня 11 аналогичных проектов. Это уже 12-й у меня. Вот. И я работаю, зарабатываю прекрасно. Я прекрасно вывожу ежедневно. Вот. Каждое утро я захожу и вывожу. Вот. Так. Ладно, давайте по проекту теперь. Переводим опять на русский. Значит, здесь команда у нас, это здесь уровни, 3 уровня реферальной программы. Но опять-таки я сюда не захожу. Список прибыли. Здесь будет базовый доход. Доход от продвижения, по-моему, написано. Далее, давайте я сделаю депозит. Так как депозит обрабатывается некоторое время. Минимальный депозит здесь от 5TRX. Кликаю депозит. И вот этот синенький базик аккаунт. Я кликаю на него. И вот адрес. Копирую адрес. Скопирован. Кликаю сюда. Кликаю далее. Цент. Прописываю адрес. Вставляю сюда сумму. Так, надо адрес проверить правильно. Буду заходить на 20 монеток. Цент. Я в таких проектах вкладываю, конечно, без фанатизма, но тем не менее я хорошо зарабатываю. Цент отправить. Так, сейчас проверим, отправились ли монетки. Да, вот минус 20. Далее вот на эту розовую вкладочку кликаю то, что я отправила монетки. Все. Теперь буду ждать поступления монет. Здесь у нас профит лист. Здесь будут как бы наши начисления. Дальше. Трансфер то базик. Можно с этого аккаунта перекидывать сюда, чтобы зарабатывать еще больше. Далее что? Здесь поменять пароль это нам не надо. Вкладочка шары, будет находиться партнерская ссылочка и QR-код.
кликаем сюда и копируем. Ссылочка у нас копируется. Также вот меню вот в самом низу. И этим меню я и пользуюсь. Далее я ежедневно, когда захожу, собирать монетки надо. Вот это трады, вот на кошелек, видим, да, внизу в самом. Вот ежедневно 7%. Вот сюда собрать все, кликаю всегда, как бы, да, чтобы собрать монетки. Вот сейчас посмотрим, поступили мне монеты или нет. Здесь майн. Да, вот они, мои 20 монеток поступили, ребятки. Теперь я сейчас сделаю вывод. Так, это депозит, это вывод у нас. И ежедневно я буду выводить отсюда 0.60 монет. Вот эту сумму стираю. Сумму, говорю. Цифры эти стираю. Вставляю 0.60. Потом я возвращаюсь. И после нуля уже ставлю точку. Потому что так точка она не ставится. Далее я иду на Tron кошелек. И копирую свой адрес. Секундочку. Так, ребятки, отвлекли меня. Внучок заболел. Значит, копирую я адрес и вот вставляю сюда. Кликаю confirm. Все. Подождите. Не все. Не знаю, какой у меня пароль сохранен. Что? Ага. Сейчас я заменю пароль. У меня сохранился пароль, который я указывала при регистрации. А пароль безопасности у меня совсем другой. Так, прописала я другой пароль. Кликаем. Все. Мои монетки вывелись. Нет. Тут сейчас обновится. Идем на кошелек. Платят они инстантом. И, пожалуйста, вот 0.6 монеток вывелись. Ну, в принципе, мои действия какие я. Когда, ну, вот я уже говорю, это у меня 12-й проект, уже аналогичный. Я захожу, каждое утро кликаю сюда. Кликаю потом собрать все. Потом нажимаю Mine Balance. Ой, Mine Balance. Ну, вот кабинет, как бы, вывод. И делаю вывод. Как бы собираю все монетки вот так с каждого проекта. Таким вот образом. В принципе, ничего сложного нет. Я говорю, вот у меня я специальную вкладочку уже сделала. Вот, и у меня вот 12-й проект такой. Я, конечно, от них в восторге. Вот у меня проект Монеты Трон. И вот они все. И я каждое утро по порядочку, чтобы не запутаться, вот собираю. Мне вот нравится. Вот я уже, если честно, я в большом плюсе. Сейчас даже покажу. И вот у меня, ну, вот было 140, 20 я закинула. И я отсюда уже вывела. Вот 1200 трон у меня. Это я уже с этого кошелька на другой перекинула, чтобы мне уже там на карточку. Вот таким вот образом я работаю, зарабатываю в таких проектах. Это риск, не забываем, так как это инвестиции, и всяко может случиться. Какой бы ни был хороший проект, нужно не забывать о рисках. Вот. Я никого не призываю регистрироваться и вкладывать. Это личное дело каждого.
Вот, в принципе, на этом все. Здесь ничего сложного нет. Вот, как я рассказала, здесь вкладочка «Собирать монетки». Вот эта вкладочка «Реферальная ссылочка». Но это как бы кабинет. Вот. Ну и минимальный депозит здесь от 5 трон. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.